Так, друзья, приветствую вас. Мы сегодня с вами будем в прямом эфире рассматривать очень интересную ситуацию по индексу S&P 500. И я вам расскажу подробно, что я жду от рынка, что будет с рынком, на мой взгляд. Сейчас наливаю себе чай. Вы тоже наливайте чай, усаживайтесь поудобнее. И начнем с вами смотреть про индекс S&P 500. Посмотрим, на каких значениях он сейчас находится, на каких значениях он будет. Так, начнем. А что мы с вами видим? Видим мы следующее. Он сейчас после мартовского падения забрался очень высоко. Был некий боковик. Потом он двигался и сейчас двигается внутри восходящего клина, расширяющегося. Двигаемся мы к верхней границе. На мой взгляд, как только мы ее достигнем, мы сразу же резко скорректируемся к нижней границе клина. И вот здесь вот, если мы его пробьем, то, скорее всего, уже полетим вот сюда. К этому уровню, это район 3475 пунктов. И здесь уже на этих значениях мы с вами будем его подбирать. Если мы этот уровень пробиваем, то тогда лететь нам на 3186 пунктов. А это уже коррекция больше. Давайте посмотрим. Больше почти 30% коррекции. Это довольно ощутимо для вашего портфеля будет. Итак, это мы с вами отметили. Посмотрите, мы находимся в зоне перепроданности. Я красным фломастером сейчас отмечаю. Это значит, что котировки очень высоко находятся, и коррекция уже назрела. Давайте перейдем дальше. Следующий у нас биткоин. По биткоину совершенно противоположная ситуация. Мы находимся на линии поддержки в районе 28 тысяч за биткоин. Мы скорректировались почти в 3 раза. Что неудивительно, так как Китай, это мы скорректировались в новостях о том, что Китай запретил криптовалюту. Сейчас мы нащупали некую поддержку.